30 августа состоялась 10-я сессия Совета народных депутатов, в работе которой приняли участие глава администрации Заур Хамирзов, прокурор района Алексей Зубнин. В повестке значилось 6 вопросов. Первым депутаты утвердили изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования Вольнинское сельское поселение. Далее народные избранники заслушали вопрос и утвердили прогнозный план программы приватизации муниципального имущества муниципального образования на первое полугодие 2024 года. Информацию по данной теме представил начальник отдела имущественных отношений администрации района Азамат Хупов. В завершении перед депутатами выступила начальник управления образования Асиат Берзегова с информацией о готовности школ к новому учебному году, об организации питания в школах и садах района. По всем вопросам повестки парламентарии проголосовали единогласно. На этом очередная сессия завершила свою работу.